Типа дополнительный баг у нодов, небольшая засада. От фарвелов. Вот они лежат, где-то мины их понаставлены, я лично их не вижу. Но, возможно, они где-то тут есть. Они, видимо, воспалили, что есть вся колонна в синих. Меня, на самом деле, когда я вот умер, меня сняли прямо с башни. Из обычного прицела, то есть без оптики, без ничего. Я лежу, сейчас найду, где я лежу. Вот где-то тут, где-то тут должен лежать. Сейвенич. Вот он, я лежу. Ладно, я, то есть вот. Из обычной оптики, без прицела, без ничего. Там коллиматор вроде и развязка. Остановились, спалили, похоже. Впереди мрапы идут. Один уже, видимо, на мины нарвался без колес. Но мрап на той мрап, что он противоминный. Шпаленный где-то появился. Вот он, развязка. В принципе, это, наверное, последний шанс у нас на нашей стороне что-нибудь сделать. Блокпосты мы захватили, хотя тут все оказалось плохо, потому что всех, кого оставили на этом блокпосте, мы потеряли, а нет, не потеряли, вот еще один взял, видимо, машину нашу, поврежденную с пулеметом, и едет прямо на врагов. Фарвелы до сих пор лежат. Перекосы. А, и они все-таки выбили хаммер один. Да, вот мины. И выбили человека, который разминировал их. Очевидно, они лежат как-то. Видимо, он их заметил, успел остановиться, пошел разминировать. Ну, кстати, да, тут они, в принципе, место нормальное, можно связать как-нибудь. Ну так же примерно на рандоме, как и меня. Все, стоят, сейчас пехоту спустят, наверное. Хотя пехоты у них тоже немного. Всех на заставах они потеряли, у них по сути остались только экипажи машин. Поехал первый хаммер защищать. Пулеметный. М2. Выкатился. Контролирует зону. Ну, наверное, да, им тут стоит срезать. Это, кстати, не единственный подарок, прошу обратить внимание, который оставили. Руэлла, то есть тут он еще тут. Причем тут он гораздо лучше, потому что как бы они будут ехать, во-первых, поворот, во-вторых, куст еще. Так что, видимо, они будут вот так вот сейчас пытаться. Видит. Нормально. Посмотрим, что будет с Хаммером. Если еще подарки, вот еще вопрос. Тут мраб подъехал. Или, наверное, расстрелять надо. А, нет, он их объезжает аккуратненько. Поехали диффузить. Эти мины спалены. Тут хаммер без колеса уж. Убитым стрелком. Водитель живой.
Банк живой. Тут у нас мины разминируют. Колонна остановилась. Тем временем ДДшники, двое живых. Как ни странно, тот на машинке сумел проехать. Не понимаю, что их тут заходит. Какой-то там снайпер, который типа должен был. Там делать война. Ну и а, не пробил, что ли? Стекло, камера, да ладно. Уезжает, распалился. Не знаю, куда ему тут вступать. Да, вот только если так. Спектакль долбанный. Тут шоу с минами продолжается. Лещ. О, сейчас бомба вообще круто. Он бы еще и леща, и арта убил. Вот арт меня убил. Фиг знает какого расстояния. То, что же бывает, конечно. И тут стоят новые, кстати, красовские машинки. Еще тут. Текстура, конечно, совсем какая-то чистая, но мы не... Рисовать будет много. Ох! А, это мину они расстреливают. Они расстреляли, все. Нихт минен. Не, вот одну еще не заметили, вот эту. Маленький шанс, конечно. Пехота, они, скорее всего, пройдут. Тут модбак. Главное, еще мой гранатомет никто не смог полутать, хотя у Зилки была возможность, наверное, бегал. Мог забрать. Радуюсь, она убила. Да, пошла пехота дорогу прочесывать. Еще может быть пара фрагов. Видишь, пробежали. Это на них не садился. Найдут, интересно. Это еще опа. Много не понимает, куда стрелять. Винсент, что он связан. Ну, в смысле, не понимают, вот горошники. В ответ там нормально нарисовал. Да, видите, совершенно наугад стрелять. Где движение было? Варом вообще. Да, походу одного вара убили. Пол.